Привет всем, с вами я, Ваня. Продолжаем играть PC Building Simulator, так как у нас сегодня очень много компьютеров, надо, блин, спешить. Так, тут замена процессора вроде как, и должно быть все хорошо. Так-с. Давай. Был i3, стал... Был i3, стал. Неужели я что-то натупил и не заказал? Хм. Возможно... i5 сюда втыкнем. Я надеюсь, что все подойдет. Эта система здесь была, да? 5 баксов осталось. Да. Все, я вспомнил по этим 5 баксам. Что это он? Я его сюда заказывал. Так. 3D Mark запустить. Все. Смотрим, ждем. Пускай тестится. Дальше. Ох, май гад, сколько у меня тут всего. 7400. Тут мы меняем видеокарту на более производительную. Хотя здесь крутая стоит видеокарта. Но, к сожалению, она не тащит столько, сколько нам надо. Поэтому я купил 1080 сюда. Тут нам превышен на 140 баксов. Теперь нам надо убрать комплектующих на 140 баксов. Чтобы вы понимали. Я думаю, что нам придется отключить все от блока питания и подешевле взять блок питания. Хотя я не помню, какой там был. Блоки питания. Где оно? На 450 ватт. Я думаю, его должно хватить. Хотя не уверен, на самом деле. Теперь нам надо SSD-шку удалить. Что такое? Так. И вот эти все светящиеся красивые вентиляторы. Они очень красивые, но они дорогие. А как бы денег у нас лишних нет. Вот появятся лишние деньги там на вот все эти радуги, блестяшки, вот тогда и будем их ставить. А сейчас, к сожалению, да. Придется сэкономить. Так, ставим. Опачки. Ой, не белый, хочу оранжевый. Он очень сюда подходит. Смотрите. Вот. А, он подходил, когда была видеокарточка оранжевая. Сейчас, хотя вот она светится оранжевым, в принципе. Вот как-то так. Ну что, понадеемся, что оно потащит. То, что надо. Если не потащит, будет очень печально. 3D Mark. Ну и, конечно, надо еще разгон видеокарты и так дальше. Вот это. Блин, как же медленно на Винчестер все устанавливается. Так, перезагружаем. Я установил все, вы это не видели, потому что я на паузу поставил, потому что оно очень долго все устанавливает, когда у нас не SSD-шка. Так, тут все хорошо. О, это сохранилось. Это хорошо. Это хорошо, что оно сохранилось. Все, компьютер, включайся. Бесконечный тест пошел. Короче, разгон что-то процессора вообще не хочет работать. Вот так вот. Ну и ладно, в принципе, нам не надо его разгонять. У нас он и так работает очень хорошо.
Вот, сейчас все работает хорошо. Если нажать сюда, главное, чтобы 450 ватт не было. О! О-о-о-о-о! Ну так меня все устраивает. 150-процентный разгон. Что? Серьезно? Ну окей. Ну давайте тестить. Надеюсь, что оно не вырубится. Вот блин. Сколько надо? 4? Серьезно? Чуть-чуть не хватает. А если так, то все сломается, да? Сколько у нас тут вообще ватт доступно? Ага, оно сразу обе видеокарты разгоняет, да? Четыреста пятьдесят, да? 550. Окей. То есть все хорошо. 450. 480. 490. 500. Стой. А, вот. Видите, в чем прикол? Не хватает блока питания на этом компьютере. Так, а что у нас тут? Еще 5 баксов осталось, а у нас тут на 600 ватт у нас вообще есть какой-то блок питания? У нас, возможно, такого даже нет. 550. О, есть на 626. А ну-ка. Получится нам его вставить или не получится? Вот в чем вопрос. Не то. Так, стоял на 550. Вот этот. Ставим на 600. Насколько стало дороже? О, он дешевле. В смысле? Он дешевле. Как так-то? Я мог его сразу вставить. Вы прикалываете, что ли? А ну-ка. Так, 8800. Офигеть. Графический балл 8800, 8600. Офигеть. Вот это жестко. Короче, мы вложились. И мы сделали довольно-таки мощный ПК. Сколько? 8800, да? Неплохо. Процессор 8600, видяха 8800. 1080 обычная и 7 Ryzen. Нормально, нормально. Эй, стой. Во. Такс, давайте соберем корпус. Такс. Что пульсирует? Я вообще ничего не вижу, чтобы что-то пульсировало. Оно так медленно пульсирует. Давай быстрее. А, я понял. Ну окей. Так, ну мы собрали довольно-таки дорогой комп. 7400, у нас больше 8000 там баллов в нем. 8800 получилось, а надо было 7400. Вообще жестко.
Так, этот у нас что? О, этот у нас вроде как все хорошо. Надо запустить вообще тест. Тут сколько баллов? Чуть-чуть не хватает. Потом его сдадим. Диагностика и ремонт. Так, о май гад, что с твоим компьютером, чувак? Кстати, мы повысили уровень. А что это значит, ребят? Это значит, что мы идем это все почистим, и у нас что-то новенькое должно было открыться. Сейчас будем читать. Я не знаю, что, но что-то должно было. Давай. Окей. Жесть. Вот это пыльный комп, конечно. Ну, у меня все компьютеры сегодня на... Надо менять процессоры. Вот что я точно знаю. Six-Core 1600X сломано. А, 5 Six-Core 1600X. 5 Six-Core 1600X ставили. Окей. Окей. Блин, система охлаждения фиг. Хорошо, что желтая, и она отличается. Так. Давайте крышечку на место. Антивирус. Так, давайте посмотрим, что вообще этот чувак хотел от нас. Что значит у вентилятора? Выскакивает синий экран. Выскакивает синий экран. Окей, то есть надо вот еще вот эту штуку. И посмотреть, что у него там синий экран выскакивает. Может, разгон какой-то включен. Непонятный. 4.14. Да ну, вы чё прикалываетесь? Чутка не хватает. Что мне сделать с этим компьютером, чтобы он уже набрал нужное количество баллов? Разгон включен. Может так? Я не знаю. Заработает ли оно или не заработает? Антивирус нет. И магия случись. Я оперативку разгонял. Такс. Вирусов нету. Тест мы включим и посмотрим. Ага, тут все еще идет. Смотрим. Будет ли синий экран? Ну, тут все хорошо. Давай запустим. Вот. Тут тоже все хорошо. Нету синего экрана. Я все починил. Я мастер. Окей. AMD поставили. Это почистили. 5 баллов. Отлично. Ремонт. Снова ремонт. Это снова же процессор нам надо поменять. Думаю, это легко. Ой. Но ужасные их корпуса. Это меня, конечно, поражает. Но... Ой, две видяхи. Этот... Возможно, этот комп делал я. Вполне возможно. Белые провода я всегда ставлю. Две видяхи. Хотя, может, и не я. А может и я. Я не уверен. Так-с. Ну, вроде как все, да? Вроде почистили. Сейчас процессор заменим. i3-6100. Новенький.
сломанный продаем. Это система... А, ё-моё. Термопасту чуть не забыл. Так, включаем. Ой. И еще сюда надо флешечку воткнуть. Антивирус. О, SSD-шка. Чувствуется, да? Сразу, блин, летает все, все круто. Все вообще шикарно. Так, запахло поленом, перестал вентилятор, что мать сильно. Я думаю, тест производительности очень важен. Тест производительности очень важен, ребят. Понимаете? Запускаем тест производительности. И 4027. Блин, да вы чё прикалываетесь? А если, я еще немножечко... Так, ну у нас 600 ватт. Жесть. Оф. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы на пределе. Это... Ой. Зачем я сюда зашел? Ну это нереально, я думаю. Это вообще... Тут надо немножечко назад. И снова запускать вот эту штуку. Бесконечный тест. Фиг знает, что это. Это скорее всего то, что я поставил 3600 оперативу. Вот. Понеслась. Сейчас пускай проверяется. Надеюсь, оно не вырубится. Так. Все, тест на производительность был сделан. Я надеюсь, клиент будет рад поставить нам 5 баллов. Отлично. Так, ремонт. Окей. Снова замена процессора. Сегодня у нас одни замены процессоров. Ну и тест на производительность. Тоже здесь хотят. Какой снял? Ryzen 5 1400. Вот, он у нас уже есть. Термопаста, система охлаждения. Включаем. Я забыл подключить. Флешечку забыл ставить. Все, включаем. Собираем. Устанавливаем антивирус. О, тут нету SSD. Это сразу заметно. Тест на производительность. Да, в принципе, и все. Больше ничего не надо. Давай. Перезапускаем. Все, тут все собрано. Выставить коридор. Нет, нам надо еще запустить тест на производительность. Антивирус и тест. Все. Что у нас тут? О-о-о! Все, это предел. Окей. Это предел этого компьютера. Я не знаю, что еще здесь.
Хотя еще есть 25 баксов. Слушайте, это не предел. Мы еще можем поиграться. Так, ну тут тест делается. Время науки. Окей. Флайт симулятор. О, новый уровень, новый. Так. Где у нас тут флайт симулятор? Ферминг. О, вот он. А какие системные требования? Рекомендуемые. i5-6600 и GTX 980. Окей. Какие еще пожелания? Окей. Материнская плата. Я думаю, подойдет здесь любая. Например, вот это. i5-6600K. Ну, сначала систему охлаждения какую-то купим. Например, вот такую. Или вот такую. 6600K. Вот он. Это взяли, взяли. Планки памяти надо взять хотя бы две. Вот они. Вот такие, как всегда. Видеокарту 980-ю. Тут, кстати, надо все... А, тут ничего не пишет. Можно БУ. У меня случайно нету 980-й. БУшная. Есть. Отлично. То есть видяху не будем покупать. Хранение данных мы тебе возьмем SSD-шку на 120 гигабайт. Блок питания 450 ватт. Модулар, где ты? Хотя тут не важно, в принципе, вот такой. И корпус какой-нибудь. Где-то есть новенький. О, вот. Смотрите, что это. ATX. Micro ATX, SATX. А у нас материнская плата. У нас побольше, походу. SATX. А маленьких нету? Короче, у нас SATX размер. Фиг его знает, что это значит. Надо брать... О, смотрите, Silverstone какой-то. Берем такой? SATX сюда вообще станет? Я не уверен. На самом деле не уверен. Потому что он выглядит маленьким. О, вот сюда станет. О, и сюда станет. О, давайте вот этот за 80 возьмем. Блин, это тоже хочется посмотреть. Он дорогой какой-то. Все. Комп для тебя собрали. Окей. Тут надо просто NZXT водянку. Давайте AMD 3. Водянка от NZXT сейчас сюда станет за 100 баксов. Думаю, достаточно. Материнская плата. Давайте маленькую возьмем. Вот такую. Микро. И поставим в корпус тот. Так, 3000. Ой. Где там? Вот эти планочки и видеокарту сюда какую бы. 1200 баксов. Какую-то недорогую там надо взять. Давайте возьмем что-то с 10. 1060, допустим. Вот эту. Хранение данных. Вот. Блок питания 450 ватт. Вот.
Корпус есть, вентиляторы. Я брал, я не помню. Брал, не брал. Вот такие. А, 6. Вообще норм. Ну и все, да? Автоотвертка. Все винты закручиваются сами за 8000. Как вам такое? А? У меня нету 8000. Все, это берем. Так, что, смотрим. Так и не набрала. Блин, да вы прикалываетесь. Как мне этот комп сделать, чтобы он заработал? Еще есть 25 баксов. Блок на 600 у нас стоит. Есть на 850, но он не подходит. Ну или проц брать покруче. Еще 25 баксов. i5 6400. Или фиг знает. Ну надо проц покруче. На 25 баксов от i5 6400 можно взять. i5 6400. Где ты тут? Ой, надо идти в магазин, а не тут. Магазин. i5 6400, где ты там был? i5. Вот у нас такой. Можно на 25, это 60, 70, до 80. Вот этот можно взять. А ну-ка. Тут 91 ватт, а тут 65 ватт. Угу. Угу. Это будет жестко. Ну ладно. Понадеемся, что все будет хорошо. Я же его купил. Да. А, два таких даже. Окей. Окей. Это мы оставляем, походу, еще на один день. Это я и так и не могу взять. Это что? Две видеокарты. Это у нас кто? Малькольм. Вот. А, блин, нету стола свободного. Ой. Так, сейчас этот комп можно в сторонку. А Малкольму сейчас вот тут будем собирать. Вот корпус для него. Это что за комп здесь стоит? А это что за комп тут стоит? А, все, этот можно, короче, отдавать. А это тот, который мы оставляем, я понял. Все. Так, это сейчас соберем. Ремонт, принять оплату, отлично. Это я не могу взять. Это на следующий день остается. Это мы сейчас идем собирать. Сейчас насобираем тут мощный компьютер с двумя видяхами, который должен тащить 7800 баллов. Это же офигенно, ребят. Не считаете так? Я вот считаю. Тут точно надо 600 ватт. Будет, походу, блочек ставить. Оп. Одна встала, вторая встала. Красотища. Сколько у нас? 800 баксов еще осталось. Это, блин, нормально, нормально. Так, 550, 500, 850 ватт. Вот так вот. Не жалеем. Вот это, блин, мощь. Сейчас у нас должно хватить, как это называется, питание прям на эти обе видеокарты, чтобы по максимуму их разгонять. Так, процессор сюда. Окей, 7600K. Я i5 сюда, да, купил. Я думал, денег не хватит. Ну окей,
Денег пока что хватает, и довольно-таки неплохо хватает. Так, водяночку сейчас сюда, вот эту, бахнем. Возможно, я ее для чего-то другого покупал, но... Так, теперь мы ее возьмем и снимем. И бахнем сюда память. Потому что потом... О! А эта материнка поддерживает вообще такую память? Или нет? Еще 300 баксов осталось. Так, система охлаждения. Бамс. Блин, ну я думаю, здесь будет это, наверное, самый мощный ПК, который я собирал. Ну, мне так кажется, что так намечается. SSD-шка. Сюда не поставить. Тут где-то можно ее присобачить? Серьезно? Ну вы прикалываетесь. Окей. Окей. Провода, провода. Жаль, что не видеокарты стоят, ну, типа, вот так. Они сверху све... А, стоп. А, вот, снизу светится, получается, я понял. Ну, ладно. $48. А если мы возьмем и вот это снимем, и сейчас 38. Нормально. Надо делать красиво. Уже надо делать красиво. Раньше мы на это забивали, но вот такой комп нельзя не сделать некрасивым. Так, сколько тут осталось? $28. Что еще? Можно еще терабайт памяти засунуть? Превышен. Нельзя. Потому что мы по бюджету не вложились, если поставим. Вот. Все. Сейчас мы это все. Окей. Пыльник. Стоп. Тут уже все установлено. Прикольно. Вот это да. Вот это да. Че, ребят, скажите? Как вам? Как вам вообще? Смотрите на это чудо. Жесть, вот это компьютер. Хочу себе такой. Кто хочет такой же комп себе домой, ставьте лайк. И, возможно, он у вас появится. Было бы круто, если бы за лайк появлялись компьютеры. Сейчас я сам отговариваю ставить лайки. Ну ладно. Но это ж нельзя обманывать, да? Такс, это мы оставили. Получается, это последний компьютер. Да, это я не могу взять. Это у нас не сделалось. А это компьютер, над которым мы работаем. Вот. Такс. Где тут настройка видеокарты? Я понял. Она даже еще не установлена. Все, я понял. Так, ну, перезагружаем. Сейчас мы максимум выжмем с этого ПК. А, блин. А нифига.
себе тут экономный процессор на самом деле. Очень экономный, прям 1,25. Это жестко. Так, бесконечный тест. Надеюсь, что сейчас ничего не крашнется. Разгон процессора. Видяшки мы еще не разгоняли. А надо бы. Вот. Сейчас наберется максимально ей. Ватт. Окей. Окей. Понеслась. Окей. Что, температура вообще в норме? Вообще нормас все. 70 градусов. У меня видяха на 70 работает. Даже больше. Окей. Окей. Можно так. Нормально. Смотрите. Жестко. 90 градусов. Плохо. О! Ну, окей. Я понял. Еще разок. Так, пускай поднима. Ага. В смысле? У нас что, вирусы какие-то там есть? Или что? Нету. Сейчас. Должно же заработать. Я понизил немножко. А ну-ка. Я что, сломал что-то? Да не, все светится, все работает. Работало же все. Еще понизил немножко. О. Походу сейчас все будет. Ладно, да, оставим так, как есть. Думаю, и так нам этого вот хватит. Чтоб оно набрало сколько? 7800 баллов. Это же очень мало для этого компьютера. MCI. Окей, надо компьютер MCI с водянкой, да? Изи, сделаем. Берем вот этот. Сколько денег? Пфф, вообще изи. 1700x. Так. Потом систему охлаждения водянку. Допустим, вот эту. AMD. Да?
Давайте это все в маленький корпус попробуем поместить. Плохая идея на самом деле. Зачем запариваться? Берем вот это. Берем 3200, я думаю. 2 по 8. Видеокарту 1080. Обычную не надо нам какую-то там. А, еще надо от MCI. Вот. Вот эту. Видеокарту взяли от MCI. Потом обычный SSD. Блок питания, думаю, на 450 ватт хватит. Корпус. Обычный какой-нибудь. О, PC Building Limited Edition возьмем. Ну и все. Собрали. Ага. О, все. 10 тысяч баллов. Балл CP 4500, а почему? Ха, я понял. В общем, процк не важен. Главное, что... Ой, куда я пошел? У нас две видяхи. Вообще офигенно мощные. Отлично. Это нельзя взять. Это я уже взял, но это... У нас следующая серия, как я понимаю. Один комп. Это я взял, и это я взял. И еще один комп. Adobe Premiere Pro. CC. Adobe Premiere Pro. А я закрыл эту прогу, да? На каких требованиях? Рекомендуемых. GTX 970 и 6400. Я понял. 6400. А, стоп, он у нас есть. Можно его не покупать. Он остался с чего-то. Надеюсь, что да. И GTX 970. Давайте ему возьмем 1070 какую-нибудь. Это будет намного лучше, чем... А есть еще какие-нибудь пожелания? Мне в одном с ним даже произведение. Представьте, у вас же БУ не вставлять не. Окей. Вообще пофиг ему, какая она будет. Давайте возьмем от Asus самую топовую. Так, главное, чтобы по деньгам получилось. Так, что я уже взял? Я взял, получается, Asus, процессор. Значит... Окей, систему охлаждения надо взять. Вот эту, допустим. Я взял ее или не взял? Вроде взял. Материнку под Intel какую-нибудь. Например, вот эту. Потом памяти надо взять обязательно. 8 гиг, сколько надо? 16. Не просто 8, надо 2 по 8. Допустим, вот эти. Team Group, раз, два. Видеокарту взял, материнку взял, хранение данных. Давайте, сколько здесь надо? Тут вообще 7 гиг. Окей. Ну ему много надо вообще. По идее, можно 2 гига взять. А, и SSD-шку для системы. 450 ватт, я думаю, будет достаточно. Корпус. Ну, корпус. Давайте вот этот Cooler Master возьмем. Ну и все. 5000 баксов уходит в никуда. Ну как никуда? На новые ПК. Так, вот этот нам надо будет поменять тут процессор. Ну и все. Это я не могу взять пока что. Тут сейчас NZXT в тренде.
Надо спешить. Так, что у нас открылось? 4 автоотвертка, RGB память. Окей. Прикольно. Прикольно. Кулер мастер на 600 ватт. Ну, фигня. Осталось один день. По 40 баксов, короче, все от нас закуплят. Окей. Пофигу. Так, все вырубил, все отлично. Да? Да. Что ж, на этом все. С вами был я, Ваня. Если понравилось, обязательно ставим лайк, подписываемся. Всем пока.